Поцелуй ее. Ты должен сделать так, чтобы Плейтайм в тебя влюбилась. Ладно, я попробую. Но что вы задумали? Мы все это снимем на камеру. Представляешь, как будет смешно? Все снимали! Это все эти девочки! А эти ужасные одноклассницы снимали ее на камеру. Валеришка Си! Мяу, а кому больше 5 лет? Ставь лайк! И у нас открылся новый канал Валеришка Фэмили. Подписывайся, жду тебя там, Мур. Где мы? Это же первая школа Playtime! Что это за учитель такой? Это был ее первый учитель! Жуть какая! Это история Playtime! Она училась в ее классе! Подождите, я слышала эту историю, когда над ней издевались ее одноклассницы, да? Да! И девочки смеялись над ней, но один мальчик ее поддерживал. Учителя не понимали ее. Подождите. Она всегда ходила со скакалкой, она была особенная, никогда никому не нравилась. Учителя ее просто не поддерживали. Она приходила в библиотеку и плакала, но однажды пришел мальчик Майкл. Точно, он хотел провести ее домой и говорит, давай я тебя Плейтайм проведу домой. Предложил, она упрыгала на скакалке. Ну потому что она стеснялась. Но тут он ее перед домом поцеловал в щечку и сказал, что она ему очень нравится. И с тех пор все началось! А что будет дальше? А что давайте дальше? Посмотрим! О, так. Это похоже на мою линейку! А давайте сбежим с этой краски школы! Разлил? Походу это был урок ИЗО! Ребята, нам нужно сбежать с этой ужасной школы! И побыстрее! Которая... Зачем тебе туалет? Давай скорее как выбежим! Это, ну как это зачем, ребята? Ну какой паркур без туалета? Ну вы что? Балди, сюда скорее! Я изо всех сил держался, старался, но тут туалета нету. Догоняй, догоняй, потому что сейчас учителя догонят, и нам такое устроят, что туалет тебе уже не понадобится. Я им сейчас обустрою, я вам дальше еще Плейтайм историю расскажу, вообще обалдеть! Очень хочется узнать, что закончилась там история. Балди, мы в женском туалете! Вообще-то мы в женском туалете, Балди, не поверишь, и нам... В каком? В женском. Да, ты как хотел. Нам надо смываться в унитаз. Куда? В унитаз. Почему? А нельзя сбежать из школы, не знаю, через главный выход? Нет. Это только... так стыдно находиться в женском туалете, я смылся. Я тебе скажу хуже, мы еще ниже. О нет, Балди, куда ты нас привел? Мы в самом пятом месте. Только не говорите, где я. Давайте предположим, что это колбаса. Это шоколадная фабрика. Это пятое место. Фу, какой ужас. Почему обязательно через подвал? Где делают шоколадки? О, нет. Давайте, проходите, не задерживайте. Воняет. Вы хотите сказать, что это не так? Нет, я думаю... Вы от меня что-то скрываете? Нет, я надеюсь, что это было что-то другое. Да. По крайней мере, мы так надеемся. Это мандарин и молочный шоколад, не в одном. Фу, Балди. Мужской туалет. Мы в мужском туалете, представляешь уже? А ну вышли все отсюда, я стесняюсь. Так, давай скорее, здесь унитазы потекли, надо перепрыгивать. Потекли унитазы, раз, сейчас я пойду починю. Два, давай. Балди, ты починил, руки конечно. Помыть не забыли? Так. Все турфс руки помыли после туалета? Я да. Автобус! Скорее садимся, Балди. Балди, быстро в твой любимый автобус. Я руки помыл, подожди. А, кстати, чем история твоя закончилась? Это после того, как случилось, как мальчик ее поцеловал, она пришла домой. Она была счастлива, она конечно. Была очень счастлива. Но она не знала, что этот мальчик был с этими девочками заодно. Да. Это они его подослали, да. Представляете? Она-то думала, что он... Действительно, ему понравилось, она так надеялась. Ему понравилось. Да, и у них был ужасный план. Они его хотели осуществить. И этот мальчик Майкл отправился за ней и сказал, подожди меня, пожалуйста, возле дерева. Эти девочки подослали Майкла, чтобы Плейтайм навредить. Он ее чмокнул на прощание. Он сказал, Майкл, что ты задумал? Наверное, сюрприз какой-то мне хочешь устроить. Я она это все снимали. Это все эти девочки. А эти ужасные одноклассницы снимали ее на камеру, на видео. И только и делали, что смеялись. Они подошли ближе и начали хохотать. А можно я подойду к камере и рубану? Плейтайм их увидела и говорит, о, девочки, что вы здесь делаете? Скакалка аж порвалась. Они сказали, а что ты тут делаешь с Майклом? Ну, понимаете, я нравлюсь Майклу, а мне Майкл нравится. Вы что, не думаете, что так не может? Конечно, я ему нравлюсь. Какая же ты глупая, Плейтайм. Ты даже не понимаешь, что это был просто сговор. И они сказали, ужас, что они подговорили Майкла, чтобы он Плейтайм привязал к дереву. Какой кошмар, Плейтайм настолько расстроилась. Видно, скакалка ее. Они забрали скакалку и начали издеваться. Плейтайм не могла понять, как и за что они так они делали. Они смеялись над ней изо всех сил. Они были очень жестокими, они где даже не Майкл? Понимали. Майкл, спаси! Ты думаешь, Майкл не был с ними заодно? Дождь.
Playtime спас дождь, потому что девчонки убежали, как только он начался. И Playtime осталась одна. Мокнуть. Она осталась, лежала под деревом и не понимала, за что. Балди! И тут пришел я! Что ты сделал? Ты, надеюсь, хоть как-то ее поддержал? Конечно! Я поддержал и спас ее, забрал ее с под дождя, сказал, пошли в мою школу учиться. Потому что существует закон бумеранга, и все, что делали тебе плохое, это обязательно к тебе вернется. Ты бросаешь бумеранг, а он к тебе через несколько месяцев летом возвращается. Ребята, никогда никого не обижайте. Так я взял Playtime себе в школу, а этих девочек вредных... Она теперь заставляет прыгать. Да, и теперь Playtime каждого своего обидчика заставила прыгать так на скакалке. Нет, не Майкла, не меня, а вот этих двух девочек заставляла прыгать постоянно. И Майкла тоже, потому что он тоже поступил очень некрасиво. И каждый, кто будет обижать кого-то, обязательно будет потом обиженным. Вредный Майкл, ну что, побежали? Спорт, конечно, хорошо. Балди, ты что, физру не любишь? У меня со спортом всегда было плохо. Да, поэтому нужно учиться заниматься тоже поэтому гимнастикой. Поэтому я и Playtime забрал к себе в школу, чтобы она меня научила физкультуре. Надеюсь, теперь у тебя лучше с прыжками, Балди. Нет, у меня хуже с прыжками. Подождите, себя... кто это? Это учитель, который учил Балди. Да ладно, это он, Балди. Но, ребята, мы вспомним ту историю, которая случилась с Балди, с нашим... Я позвонил маме Балди и сказал, что ее сынок не успевает по урокам. Ого, мама. Ого. Да у мамы был другой ребенок. У нее была очень сложная ситуация в семье. Балли был двоечником. И у Балли не было папы на самом деле. Да, у Балли не было папы, его все дразнили. Потому что у него был огромный нос. И большая голова. Немножко он был толстенький, поэтому дети и очень издевались над ним в классе. И все одноклассники над ним смеялись. Да, у него была младшая сестричка. Так, а сейчас надо пропрыгать по карандашам. Чтобы спасти Балли. Красненький. А что было дальше, Балди, ты нам расскажешь? Дальше, расскажу, дальше. Конечно. Когда? Только карандашик надо выбрать правильный. Давайте выберем правильный карандашик. Давайте черный. Может, красный? Черный. А, нет, давайте на красненький. Я попробую красненький. Нет, я не буду больше черный. С вами прыгать. О, нет, красненький точно неправильный. Мам, был. Давай попробуем на черный. Хорошо, так, я пробую вначале желтый, потом у нас какой был красный. А, вот такой. По-моему, желтенький вот этот был, нет, да? Нет, девочка. Бежим за мамой, она знает черный. Правильные ответы. И черный. И, все, и черный. Есть, и прошли ребята, карандашики. Ребята, я вам расскажу дальше, сейчас историю. Так, о, Балди, тут вообще жуть. Смотри, как карандаши летают. Балди наш очень любил карандаши и рисовать карандашами. Походу, это все его карандашики, которые он сердился и бросал. Да, ну его дразнили все в школе. Меня он бросил, походу. Ай-яй-яй, как же пробежать? Давайте сейчас раз, все, пробежаем, вылетел. Пробегаем. Теперь подождать, когда теперь он пробежит. Теперь надо еще раз. Все, пробежали. Yes! Фу, балдец. Линейки. Опять мне твои линейки. Мне тогда Балли подарил большую линейку. Да, походу. Я учу всех математики с линейкой, чтобы все знали геометрию и учились чертить правильно линии. Замечательно. Потому что, да, плохо чертит, тому два сразу. Так, только давай ты свои линейки не разбрасывай. А у меня их даже нет, у меня их все забрали. На входе секьюрити. Давай сюда скорее. Так. Я стал. Карандаши. Смотрите, как их много. Все, я не хочу. Так, давай, проходи скорее, Балди. Где тут выход? Вот, надо выйти через... Попробуй сюда. Так, давай за мальчиком побежим. Давайте сюда проходим скорее. Это же Костя. Давай, Костя, помогай, куда идти? Я бьюсь головой об карандаши, и мне ничего не помогает. Давай, все получится, Балди, мы почти сбежали. Ура! Давай скорее. Вот, ребята, и тогда... Балли был, конечно, двоечником. Он очень не справлялся, и все ребята называли его тупым, ужасным таким словом. Зачем обзываться? И тогда у Балли возникла ситуация, что он хотел... Отомстить, он просто отомстить, не понимал, что... Отомстить, стал хулиганом! Балди ни при чем. Однажды ночью Балди с Playtime думали, что же такого сделать с Балли, чтобы ему помочь. Может быть, его выгонят со школы вообще? Балли это услышал. Он очень испугался, что его выгонят. И он решил отомстить тебе. Не надо было такое даже думать. Он же мог просто обидеться на это. Так он теперь с тех пор всех детей забирает предметы, которые ходят по моей школе. Да, но он не только забирает. Он, конечно же, испугался. Да. Поэтому он так поступил. Связал их. А что было дальше? А дальше
Ребята, я вам потом расскажу. Интересно, когда тогда появился носок у них в школе? Как Балди его нашел? Не забывайте, что у нас открылся новый канал Валеришка Фэмили. Мы ждем вас там. Переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь. Мы будем очень рады. И как только там наберется 5000 подписчиков, выйдет сразу ролик. Да. Солнышки, не забывайте, вы у нас самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока-пока. Mine right here, right now.